Сегодня на повестке дня вкусная маринованная китайская капуста. Потому что пост, как мы помним, блюдо, можно сказать, вегетарианское полностью. Поэтому подходит и для тех, и для этих. И вообще, в принципе, для всех. Очень вкусно и интересно. Итак, берем, конечно же, китайскую капусту. Во-первых, она дешевая. Во-вторых, она продается везде. Везде продается китайская капуста. Поэтому я решил, что именно она будет у нас сегодня в форме маринада. Потом опять же, те ингредиенты, которые я буду сегодня использовать, есть практически в каждом доме. Вот, наверное, в девяти с половиной домов из десяти есть эти ингредиенты. Итак, капусту я нарезал. Режьте все, только корешки выбрасывайте. Капусту я нарезал сразу в таз ее. Мы берем чуть-чуть и добавляем сюда яблочный уксус. Немного. Просто сбрызнули. Дальше. Соевый соус. Соевый соус по вкусу. Следите, чтобы его тоже много не было, да и чтобы жидкости лишней в капусте она еще сок свой даст. Зачем нам это нужно? Чуть перца, немного соли, чили перец колечками. Для остроты, кто любит поострее, добавляем побольше, кто любит менее остро, добавляем поменьше. Но ну, это в общем логично, да, на мой взгляд. Совсем маленькую каплю аджики. Смотрите, можно взять любую гаджику. Я взял зеленую. Ну, мне прислали подарок. Из далекой Абхазии. Привет. Теперь одеваем перчатку. Опа. И что делаем? Делаем вот что. Мы просто даем капусте промариноваться. Ускоряем процесс, который у нас мог бы продолжаться сутки мы выпускаем из нее чуть сока и тем самым в уксусе и в своем соусе ее, так сказать, прожимаем, предлагаем соусу и уксусу проникнуть глубже в капусту. Делаем ей массаж. Вау! Аромат, что надо. Супер. Смотрите, капуста стала в три раза меньше. Но не потому, что вдруг она уменьшилась, а потому, что объем ее уменьшился. Теперь делаем вот что. Мелко рубим чеснок. Чеснока прям не жалейте. Четыре зубчика. Сюда многовато. А вот два будет достаточно. Раздавил. Теперь я мелко рублю. Чем мельче, тем лучше. Так, пока чеснок у нас измельчается, я включу масло. Здесь у меня обычное подсолнечное масло. Без запаха оно нагревается. Оно должно быть градусов 190. То есть он должен быть полностью раскаленным. Вот как только чуть-чуть начинает дымок идти, вот тогда оно готово. Чеснок мелко порублен. Теперь вот сюда, в капусту, в центр, я насыпаю молотый кориандр. Молотый кориандр, в общем, мы должны сделать так, чтобы у нас дырки не было, чтобы у нас вот прям это все лежало на плоскости. Насыпаю кориандр. Ну сколько здесь? Три щепотки, наверное. Много не надо. У нас капуста объем небольшой. Теперь на кориандр, прямо на кориандр, выкладываем чеснок. Все это делать нужно кучкой. И важно запомнить последовательность. Кориандр на капусту, потом чеснок в кучку. Все это в кучку. И именно так. Ни в коем случае нельзя это отправлять в масло, иначе он у вас сгорит. И вот как только масло у нас раскалилось, что мы делаем? Мы заливаем кипящим маслом чеснок. Видите? Чеснок и специи. Мы чеснок обварили. Он у нас перестал пахнуть. Вот, ну, то есть, если бы вы в свежем виде его сделали в этом салате, конечно, от вас бы пахло чесноком. А так он у вас обварился, и кориандр раскрылся, когда его маслом обожгли. И все это дает определенный определенный шикарнейший вкус. Многие повара знают эту технику, и люди, кто активно готовят и любят готовить, знают, что так делают корейские маринады. Но немножечко я изменил технологию, изменил немножко вкус и получил такой универсальный маринад, которым можно мариновать любые овощи. Эта закуска возбуждает аппетит. Она делает трапезу такой более яркой. Итак, смотрите, что я перемешал все это с чесноком, с обожженным, с маслом, тут чили перец и так далее. Даем постоять капусте буквально 10 минут, а лучше ее оставить на ночь. Но если не в моготу, достаточно 10 минут. И все, выкладываем. А знаете что? Попробуйте вот это сделать, и вы будете в шоке от этого вкуса. Это, это просто шикарнейшая закуска, в пост. Она может быть, конечно, использована как гарнир к чему-то, к мясу или к рыбе, но сама по себе она не менее вкусна. Приятного аппетита! С вами был я, Василий Емельяненко. Приготовлю ваше настроение.